Что он скрывает о вас? Скрывает свое разбитое сердце. Скрывает о том, что вы для него значимая женщина. Что он готов бороться за вас. Любит вас. Что ему в данный момент трудно. Но он хочет проявиться. Потому что вы для него собственность. Вы для него... То есть он не хочет вас терять и делить с кем-то. Он такой собственник очень. И он готов за вас бороться. И готов все вот это вот, несмотря на то, что... А может быть, знаете, девушки, кому-то он разбил сердце, да, то есть, но вы для него все равно значимая женщина, и он готов за вас бороться, потому что искренне любит и не хочет вас терять. Он не знает, как проявиться, но не хочет вас терять, это однозначно, с такой жадностью, типа, моя, никому не отдам. Да, он любит вас и готов бороться. Это мужчина либо вы в паре, либо в прошлом, и либо вот у вас есть дети, вы семья. Ну, что-то такое произошло. И он готов начать все сначала. Готов активно действовать и приехать к вам. Приехать иногда это физически, а иногда и, то есть, это проявление мужчины, да, то есть проявление движения мужчины к вам, активность в вашу сторону. Он готов взять любые шансы и двигаться к вам, потому что вы для него судьбоносная женщина. Женщина, данная ему судьбой. Да, ситуация была в подвешенном состоянии, что-то такое, о чем-то он, ну вот, что-то застопорило вас движение. У кого-то отношения на расстоянии, вы для него звездочка, для кого-то звезда. Может, и правда кто-то из вас звезда. Ну, вообще, все женщины звезды. Вот, очень, да, он скрывает, что он переживает, наверное, мужская гордость, он переживает за вас. И, ну, трудно проявиться, не знаю, может, что-то накосячило, может, что-то, например, там, мужской гордости, знаете, то есть, может, не знает, как действовать. Мужчины иногда встают такой ступор. Вот, подглядывает, наблюдает за вами, смотрит, как вас, и ждет, когда ему высшие силы дадут шанс, поддержку, такой пинок. Вот. Но в намерениях проявиться, объявиться, помириться, в общем, и ждет этого шанса от высших сил. Итог проявится, да, вы для него любимая, судьбоносная, вы для него семья, вы для него все, вы для него солнышко, вы для него свет. Он любит вас.